всем привет с вами марина и вы на канале обо всем не только не только вязание но и на покупках сегодня хочу начать вязальный влог недельный рабочий рабочей недели а перед вами вы видите интересную такую палитру цветов белый изумрудный розовый и черный кто давно со мной кто тоже прекрасно понимает, о чем пойдет речь. Ну, по крайней мере, я надеюсь <laughs> на это, что а, уже некоторыми изделиями я уже примелькалась а, в своих предыдущих влогах, допустим, две недели давности, да, или даже три недели давности, или даже, может быть, в планах на этот год была уже <laughs> задумка такая и показывала пряжу. Ну так вот, давайте начнем по порядку и пойдем от большого моточка, такого хорошего моточка, мною любимого моточка. И потом по порядочку. А, я еще раз повторюсь, кто давно уже меня смотрит, тот знает, о чем пойдет речь. А, из этой пряжицы у меня сейчас в работе джемпер. Джемпер. Нет, не джемпер, просто кофточка, которая была ранее французской кофточкой, но я перевязала. И у меня просто будет кофточка с ажурными регланными линиями. Вяжу я ее, как вы уже все видите, прекрасно. Ализа Ланаголд 800 100 грамм 800 метров. Номер цвета 55, 51% акрила, 49% шерсти вяжу я в две ниточки вот такую красоту. С последнего включения, когда когда-то там было, да, я не подключалась и не показывала ее, просто довязывала а, свои изделия. И она у меня пока вот в таком вот виде. Хочу ее подвигать, даже очень даже хорошо, уделить ей, всю, можно сказать, один рабочий день чтобы у меня хоть тоже процесс не стоял. А, потому что скоро весна, хочется ее уже скоро одевать, чтобы у меня тоже уже была готова работа. Потому что я начинаю, а, загорается какой-то процесс, снова, снова, снова а, откладывается и так далее. Наверное, как у всех вязальщиц, то есть в голове одно, в руках другое. Ну так вот, смотрите, на каком этапе я... Uh, у меня пока что еще не вывязаны регланные линии, то есть здесь у меня еще достаточно большое количество вязать. Вяжу я в две нити, уже говорила ранее, спицами четверочкой. Вязать в принципе неплохо, но когда долго не вяжешь тонкой пряжей, и скорость теряется, прям вот значительно теряется. Сейчас я просто перевязывала на спицы больше в диаметра здесь 100 сантиметров начинала я на 60 и вот когда вот тонкую пряжу перебираешь спицами прям действительно скорость меняется но ничего буду потихонечку продвигать обязательно прям очень хочу и наверное знаете как сделаю по порядочку сейчас сначала покажу все процессы вам а потом буду заявлять какой процесс буду начинать и на каком этапе останавливаться. Вот так. Пока этот покажу. Вот белая кофточка. Дальше у меня идет по плану вот такого красивого цвета, изумрудного цвета. Лидия, пряжа Семеновская. Состав 50% шерсть. 50% акрила, 100 граммов 1613 метров. Номер цвета 39. Изумруд. Очень красивый, насыщенный цвет. Сейчас давайте покажу вот так. Но ну, он чуть чуточку передает светлее. Но на самом деле такой он красивый. Эту пряжу я пробую в первый раз. Я они слышала очень много положительных отзывов. И вот тоже решила попробовать. И решилась я попробовать вот что. Сейчас я вам покажу. У меня вот такая чудо <laughs> есть корзиночка. И начала. Как вы видите, уже начала. Сейчас расскажу пока, как начала. В общем, вижу в 4 нити. Это вот у меня вот так вот красиво <laughs> они мне смотаны. Сразу из четырех клубочков. Думала сначала вязать из двух, но очень как-то будет как вязаться тяжеловато. И вот решила перемотать и вот сделать из четырех клубочков. То есть из центра я достала ниточку и вяжу потихоньку эту ниточку. Так, теперь пока вот так отложим, покажу процесс. Вот у меня какой процесс. Тоже тоненькое вязание, потому что все-таки понимаете, да, 4 ниточки это достаточно тоненько, по крайней мере для меня точно. Толщина нити такая вот интересная. Что же это будет? Это будет платье. Хочу себе вязать платье изумрудного цвета, хочу связать на весну, чтобы вот буквально в ближайший месяц, наверное, закончить его, по крайней мере я очень этого хочу. Будет просто лицевая гладь, никаких узоров, ажуров, ничего не хочу, просто простое лаконичное платье. Но а, здесь у меня вывязан уже росток, росток у меня 7 сантиметров, ну почему-то решилась так, вывязала вот 7 сантиметров, 28 рядов у меня получилось в ростке. Вяжу спицами 3,25, оде с тонким кончиком очень нравятся эти спицы. И вот смотрите, немножко помудрила чуть-чуть я. Мне захотелось что-то вот интересненького добавить, да. Вывязала 4 буквально ряда резинки и добавила вот такой вот ажур. Ну, вот как бы просто, да, две петли вместе и накид. И мне кажется, интересно получилось. Как вы думаете? Тут, конечно, еще пока непонятно, но думаю, после э, всего, после ВТО, после всего-всего будет, мне кажется, сидеть красиво и интересно. Вязать буду рукавчики три четверти, наверное. По рукавам тоже также, наверное, пущу. Э, э, что я пущу? Такой же уз узор <laughs> и закончу резиночкой небольшой. А в потом хочу небольшую сделать поясочек, только вот я не знаю в каком плане, вот как вот у меня еще пока на голове, а точнее в голове нет мысли, как этот пояс оформить. Если есть у вас какие-то варианты, то пожалуйста... Подскажите, <laughs> может быть, вы когда-то такое вязали, или пробовали вязать, что платье, и вот от этого пояса потом пойти на расширение, юбочку, такую вот, как бы сделать э, клеш или не клеш, но вот что-то вот такое вот прям, прям очень хочется. <laughs> По крайней мере, задумка такая есть. Буду вязать, вязать буду с удовольствием. Это работа у меня получилось буквально вечер-воскресенье. Да, вечер-воскресенье. И понедельник утром. Вот. Снимаю я вот как раз-таки в понедельник. Сейчас у нас уже обеденное время. Снимаю в понедельник. И вот, вот что у меня пока получилось. Э, нравится этот процесс. Э, очень нравится. Цвет мне очень нравится. Не знаю, прям... Я, наверное, когда ждала, когда я закончу последние свои работы большие, и вот у меня в голове только была это как бы металась я, знаете, из стороны в сторону, чтобы, чтобы мне начать вязать. И у меня было несколько вариантов. Изумрудное платье, розовое платье крючком, или же джемпер полосатый э, из э, джинс, ернар джинс и коттон Gold трех цветов. Ну, вот, все-таки выбрала я, конечно, два варианта: розовое платье и изумрудное платье. Но изум... к изумрудному платье у меня сами руки потянулись, и захотелось мне начать этот процесс. Вот что у меня в итоге получается. Обязательно буду вязать, с удовольствием буду вязать. Ну, знакомлюсь с этой пряжей, очень все нравится. Так, перейдем дальше. Дальше у меня идет, ну, давайте вот так: розовый цвет пехорка жемчужная летняя серия 100 грамм 425 метров 50 грамм 50 процентов хлопка 50 процентов вискозы что же это номер цвета 20 розовый очень красивый цвет вискоза видна в ниточке она вот так вот прям переливается да вот немножко идет сияние такое переливы и вот как раз таки я из этой пряжи вяжу себе платье сейчас покажу вот тоже у меня красивая такая корзиночка есть у меня всего этих моточков 5 начинала я вам уже когда-то показывала вот начинала вот такой вот узорчик узорчик такой это что у нас? Веерочки. Ленточное кружево, веерочки. Вот такой вот интересный узор. Продвижений пока не, не очень много, но вот я хочу э, что-то здесь поменять. У меня задумка такая, что по э, линии талии буду делать вот именно такой поясочек да, из этого ажура. Дальше э, от линии талии пустить в юбку клинышками такими то есть э, сам сам узор пойдет да и между ним будет филейная сеточка а вверх то, просто будут все э, весь весь узор ленточный кружок просто будет все. Но пока еще не знаю, как это все будет выглядеть, как я буду распределять этот узор. Но по крайней мере, вот у меня такая задумка есть. Если где-то, может быть, и добавлю филейное вязание. Не знаю, пока думаю. Но у меня сейчас в последнее время задумка такая. Знаете, сейчас я покажу. Вот этот образец, даже не образец, а вот эту часть я вязала крючком двоечкой. Но вот по талии хочется мне пустить что-то чуть-чуть более менее меньше раз по размеру, да. И вот я колеблюсь между двумя крючками или полтора, или 1,25. По рекомендациям, здесь только спицы рекомендованы. Спицы рекомендованы двоечка. Ну, и с таким расчетом я и выбирала, конечно, и крючок двоечку. Ну, вот и посмотри может быть, как раз крючок полтора, думаю, будет нормально, и само полотно станет меньше. Ну, на сантиметр, мне кажется, точно меньше будет. И потом дальше буду вязать крючком двоечкой. Вот, по крайней мере, у меня так. Я надеюсь, правильно понятно вам объяснила. Такая у меня задумка, что я хочу это сделать. И вот я думаю сейчас оставить этот образец, ну, как бы дальше продолжить вязать, да, но э, связать тоже вот э, ленту на талию, ленту на талию меньшим крючком, вот так. И тогда посмотрите, и тогда от этого уже плясать. Вот пока у меня такая задумка есть. Э, мне ее нужно к определенной дате. Ну, конечно, дата еще пока запоздала. Но э, чем быстрее, конечно, свяжу, тем будет для меня это лучше. Потому что нужно будет под низ этого платья э, сшить в ателье э, еще одно платье. <laughs> вот так, да? Как чехол, не чехол. Э, э, в общем, будет под низом ажурного платья крючком связано еще будет платье, но естественно шить это сами понимаете это достаточно долго, пока ткань, пока мерки, пока туда сюда, пока задумка какая у меня будет, это тоже время. И чем быстрее вот я свяжу, тем быстрее я отнесу в ателье и уже будут шить мне. Вот так, у меня вот такая вот задумочка есть. Дальше. И перейдем, наверное, к моей крайней пряжице. Она у меня черного цвета. Вы ее уже не так давно видели. Это Лиза побивул номер цвета 60, черный цвет. В 50 граммах 175 метров, 40% шерсти, 40% акрила и 20% бамбука. Я вяжу из этой пряжи шарф мужу. Когда я включалась в последний раз, это были бросания кубиков, наверное, да, играла в кубики, решают все. И вот там как раз таки очень даже хорошо у меня продвинулся этот шарф. Больше я к нему не приступала, совсем не приступала. У меня даже, если честно, время этого шарфа еще не закончилось. Стоит таймер, вот, но обязательно я его закончу. Вот в таком виде есть. У меня этих моточков еще три. И вот я как раз-таки эти три моточка хочу полностью их вывязать, чтобы у меня больше не оставалось черной пряжи. Как-то, честно, вязать, конечно, тяжеловато немножко. Узор э, теневой, очень интересный. Э, вот он вот такой вот, да? Получается, здесь лицевые изнаночные петельки меняются, и он такой вот, как гребеночка, получается как волна, да. Этот узор я нашла э, на сайте, в общем, на платформе, на платформе Instagram. Мне он понравился. Я связала таким узором мужу шапку, и он носит с удовольствием. Я хочу к ней сделать комплект такой вот шарфик связать. И вот пока все. Вяжу я на спицах три. 25. Вязала на Аде, но сейчас пересняла на вот такие укороченные спицы и буду на них вязать. В принципе, неплохие спицы буду вязать дальше. Так, ну вот и все, что я хочу на этой неделе повязать. И вот как, давайте, знаете, как сделаем. Коль сегодня понедельник, хочу дальше продолжить вязать. Я изумрудную свою кофточку очень хочу. Ой, кофточку. Платится, изумрудное свое, повязать. И сейчас я возьму маркирочек, и отмечу этим маркирочком, где же я буду, ну, сколько я провяжу за это время, как после отсняла я вам, да, сейчас. И вечером, наверное, нет, наверное, не вечером. Утром на следующий день я вам покажу, сколько я провязала. Потому что сейчас я буду вязать, потом, может быть, когда и вечером у меня улучшится какой-то моментик, я повяжу. Так что вот так. Сегодня понедельник, еще раз напоминаю, да. Завтра во вторник я включение сделаю. Покажу вам, сколько я провязала. Сейчас я, наверное, сделаю маркирочек, повешу. Чтобы уже было, да, по-честному и видно, сколько я всего провяжу. Так повесил меркирочек. и вот как раз-таки э, с этого момента буду вязать сколько у меня по времени сейчас да потом за малышом пойдем э, в детский садик но потом вечер конечно сколько я провяжу завтра увидим и завтра тогда я включу еще новый процесс буду вязать и тогда э, тогда будем с вами смотреть что же я хочу повязать да так, все, пошла работать. Включение очень скоро. И покажу, сколько у меня было каких продвижений. Итак, хочу подвести итог моего понедельника вязаного. С чего же я навязала здесь? Моя, как мое платьице уже растет потихонечку. Связала я вот столько. Да, тут с учетом того, что все-таки у меня уже идет прибавочки по всем регланным линиям, естественно, полотно растет потихонечку, помаленечку. И вот сколько же всего я провязала за то включение, которое было. Так. 4 сантиметра. Ну, я думаю, это неплохо. Неплохо то, что 4 сантиметра провязала. Мне по переду нужно вывязать регланную линию 17 сантиметров. Общая моя, вообще регланная линия 21, но так как здесь у меня круглый вырез, и он идет ниже, положенной да, линии, в общем, высчитала, что мне необходимо 17 сантиметров. И вот здесь сколько же: 10 сантиметров уже провязала, и еще осталось 7. Ну, в принципе, пока вязать и вязать, пока идут прибавочки, пока э, полотно потихонечку растет. Мне очень нравится вязать, если честно. Когда вот уже э, какое-то большое количество времени начинаешь вязать, провязываешь, то уже скорость становится лучше, быстрее, э, петельки примелькаются, То есть, не знаю, мне нравится это и полотно получается хорошенькое, и потактильное. Мне эта пряжица тоже нравится. В общем, я очень сильно довольна то, что выбрала такой цвет, такую пряжу. И то, что у меня получается. В общем, здорово. Так, ну что, сегодня вторник. Сегодня новый процесс хочу начать. И это будет платье. Только теперь розового цвета. Я вот сейчас вам не так давно показывала, да, что у меня был вот такой вот начатый элемент я его пока оставлю хочу связать все-таки э, полтора крючком из новой моточка из нового Ах, свяжу пояс и потом дальше продолжу вязать вот эту вот часть и все давайте тогда тоже также в среду и утром я подключусь и покажу что же у меня в итоге продвинулось или же на себе может быть покажу если желание такое будет, да, чтобы понять, как это будет выглядеть. Вот так скажу. Давайте тогда до следующего включения пойду работать. Подведем итоги с вами. Сегодня среда. И вот моя работа вторника. Было бы больше, конечно, но вот все-таки что-то меня смущает. Или же я не уверена. Своем результате, который должен был получиться, да. Или я буду что-то менять. <laughs> в каком плане? Ну, смотрите, что я связала. Это у меня будущий пояс моего платья. И я решила пойти вверх. То есть э, вывезов э, лиф, получается, да, изделия Ну, в общем, э, верхнюю часть, верхнюю часть изделия. Дальше здесь пойдет уже юбка. Ну вот пока примеряла на себя, естественно, сейчас ничего не понятно, как будет располагаться то или иное э, узор, тоже пока непонятно. Но все-таки меня что-то здесь смущает, не знаю почему. Я его уже вот эти вот, э, по крайней мере два, которые начинала, я их перевязывала, потому что были соединения не очень э, красивые, хорошие. Ну, э, меня смущало что-то. И вот сейчас тоже думаю. Наверное, вверх я перевяжу по-другому совсем. То есть вывяжу его э, или одним каким-то узором, ну что-то вот э, подобное, да. А низ изделия, все-таки юбку, думаю, может быть сделать таким вот способом. То есть, э, не присоединяя э, между собой ленточное кружево, пустить вниз ленточное кружево и там же между ними э, пустить филейную сетку. Вот думаю сделать так, наверное. Узор я буду подбирать, ну по крайней мере найду в интернете какой-нибудь интересненький, какой меня привлечет больше всех и что будет более-менее сочетаться. А так пока вот так. В общем буду вот эту часть разбирать, разбирать и буду потом вязать вверх до проймы вывяжу пройму, выйду на, получается, на плечи, да, спинку, вот, и дальше рукавчики немножко вывяжу, все-таки хочу чуть-чуть небольшие, наверное, рукавчики здесь иметь, ну, по крайней мере, пока не знаю, но думаю. И дальше буду вязать уже с сами самое ленточное кружево, так вот не знаю какого размера. Но это, конечно, будут методом проб только, да. Буду смотреть по общей длине, которая мне будет нужна. Конечно, будет еще по-любому она оттягиваться. Ну, в общем, смотреть буду, как это будет выглядеть. И да, потом будет у меня, конечно, все мои, все мое ленточное кружево в одном направлении, потому что здесь, смотрите, вот, Вязала в одном направлении, потом в другом направлении, чтобы вот можно было как-то соединить. Да? Но что-то не нравится мне. <с> Моя фантазия пока не привела к тому нужному моменту, куда мне... куда стоило. Так, ну на этом пока все. Сейчас хочу рассказать, что же я хочу сегодня вязать. Сегодня среда, уже повторюсь, да? И сегодня буду продолжать вязать свою белую кофточку. Вот она у меня в таком виде, в такой стадии. Я вам в начале видео, естественно, показывала все. И буду продолжать, пока буду вывязывать э, длину регланной линии. Мне нужно 21 сантиметр. Потихонечку буду вывязывать. Маркирочек сейчас я перекину. И тогда с вами завтра встретимся и покажу, на какой же стадии я закончила вязать свою кофту. А так пока все. С приятного просмотра. Смотрим дальше. Через секунду с вами увидимся. Подвожу итог среды. Вот, как вы видите, уже вывязано неплохое количество рядов в кофточке. То есть уже вывязала подрез подняла, да. Здесь еще вывезла выточку. Выточка в моем случае составляет 5 сантиметров. И очень даже достойно получилось. Мне прям понравилось, как это выглядит. И вот в итоге сколько я вообще провязала длины полностью моей кофточки. Сейчас сантиметр. И узнаем, сколько же это. 9 Сейчас а лучше... 10 сантиметров. Вывязала 10 сантиметров. Вообще прекрасно, я думаю. Так, сегодня четверг. Сегодня что же я буду вязать? По плану мне, конечно, хочется повязать мужу шарф. Но вот если я устану от этого черного цвета то, может быть, перейду на вывязывание кофточки. Ой, платье. платья розового. Я нашла уже узор, какой мне захотелось бы вывязывать вверх. вот посмотрю, как, как буду уставать <coughs> черного цвета. Тогда буду переходить на розовый. Сейчас переставлю я маркер, чтобы посмотреть, сколько всего я потом провяжу. И это у меня будет лицевая сторона. Все так, тогда пошла поработаю. Увидимся с вами завтра. Подведем итог: что же я все-таки довязала и что у меня получилось. Давайте поработаем немножко. Всем привет! Сегодня пятница. Сегодня хочу подвести итог всей рабочей моей недели. Что же я все-таки <крых> сделала? Вы, конечно, все прекрасно видели по э, мере того, как я вязала. Ну так вот, вчера же я говорила, что буду вязать чуть-чуть э, мужу шарф, насколько мне хватит, потому что все-таки черный цвет бывает, устает, устаешь и такого цвета, да, и вот я вязала э, розовую свою свое платье. Ну так вот, вот где я закончила вязать шарф. Здесь получился у меня небольшой кусочек. Я вывязала полностью э, клубок. У меня еще в целых три клубка. Сейчас давайте померим, сколько же у меня здесь вышло в итоге. Так, восемь с половиной сантиметров. Вот такой кусочек я вывязала. В принципе, вяжется легко. Э, но все-таки, когда черный цвет, я немножко по глазам устаю, если честно. Хоть даже у нас сейчас э, время солнечное, все равно приходится включать даже какой-то торшер или лампу. Потому что все-таки бывает, даже не вижу. Вот, дальше. А вот что с платьем моим. Как вы помните, вот буквально не так давно вы видели, да, что у меня здесь было тоже ленточное кружево. Я его распустила и вывязала вот такой вот узорчик. Я думаю, он, в принципе, тоже схож с чем-то да, схож с ленточным кружевом. Вот такой виднеется. Мне нравится, что он в итоге получается, да, что вот это у меня верх изделия. Верх изделия. Наверное, сейчас уже один ряд еще довяжу и буду переходить на спинку и наперед. Но здесь, наверное, знаете, как будет? Вывяжу, наверное, спинку я и посмотрю, наверное, будут у меня сни... такие вот э, спущенные плечи, потому что по узору так получается. По крайней мере, я вот так думаю. Нужно, конечно, это все вывязать да посмотреть. А по переду, может быть, даже сделаю и такой вот V-образный вырез, как пойдет у меня по узору, чтобы выйти потом на плечи. Рукавчики я тоже хочу вывязать вот этим же узором, но, с, допустим, один или два рапорта ну, по высоте, в зависимости, сколько у меня получится, как пойдет фантазия. Вот так вот. По крайней мере, у меня такая задумка. Сейчас... Что еще хочу сказать? Ну, вот и все, все, вот и все. А, еще, представляете? Ну, как сказать, представляете? Я очень долго думала э, по поводу еще одного изделия он мне все покой не давал, потому что очень хотелось мне тоже приступить, но естественно я не приступила, но но только связала образец. И вот смотрите, какой у меня образец получился: спицы стучат, прошу прощения. Я не стала закрывать, не стала э, его стирать. Потому что все равно хочу распустить его будет. И что будет у меня? Это у меня будет джемпер полосатый. По плану у меня он есть, стоит. Я буду его вязать из трех оттенков. Это вот эти вот такие три классных оттенка. Два cotton Голда и один Ернар Джинс. С Cotton Gold я уже знакома, с джинсом нет, но по текстуре они как бы все равно схожи, да. И вот как раз таки у меня э, это лиловый, лавандовый, лавандовый цвет Cotton Gold номер 682. Как такой красивый цвет, это у меня светло-салатовый называется он. 478, а джинс у меня 03, это молочный. И вот такое вот сочетание хочется мне как-то э, выдеть в своем изделии, и вот такие вот полоски. Я очень долго думала, как мне их распределить, с чего начать. Ну, естественно, я начну с молочного оттенка, потом сколько-то провяжу какое-то количество, может, не знаю, 10 сантиметров, естественно, реглан же будет у меня сверху. Потом пущу, наверное, фиолетовый, о, ну, лавандовый. Вот именно вот так хочу расположить и тоже пустить какую-то небольшую вот э, галочки такие, да. Бабочки, галочки, не знаю. Теневой такой, нет, узор не теневой, а ажурный такой небольшой узорчик. Вот так как у меня лавандового вот столько, то есть получается у меня целый моток и еще от матка, не знаю, ну, немножко грамм таких, небольшое количество. А вот как раз-таки э светло-салатового у меня вот целый моток. И вот я, конечно, хочу вывязать все эти моточки. И вот надо как-то распределять эти полоски. Вот я думаю сделать так, что сначала будет лавандовый цвет, вот именно в таком положении. Потом у меня будет салатовый цвет. Тоже. Вот я просто не знала еще, пока, как будут полоски располагаться. Тоже хочу сделать э, две маленьких полоски и одну широкую, но ну, не сильно широкую, не, не так, как, как, как здесь. Тоже что-то может быть э, а, такое вот ажурное будет. По крайней мере, у меня есть такая задумка. И вот сделаю пока расчеты. И буду ждать, какая у меня первая из трех, из четырех моих вязаных работ выйдет, готовая уже будет, да, тогда я приступлю к джемперу. Вот так. Вот такая у меня задумка. А там, кто знает, кто знает, может быть, даже я и начну это вязать. Как говорится, остапа понесло, да. Джинсы, напомню, у меня. 5 мотков, 250 грамм. Вот. Вот такое вот сочетание. Мне очень понравилось сочетание. Прям, прям я в него влюблена. И вот нравится именно ширина этих полосок. Она, она будет разнообразная, не одинаковая. И будет, я думаю, интересно. И вот чем же я всю эту неделю занималась. Вот что у меня получается. Сейчас покажу все мои процессы все мои мои процессики да вот такие вот у меня красивые процессы на выходных э, мы наверное с ребенком поедем в деревню к родителям потому что все-таки сейчас праздники будут и э, нужно на свежий воздух вот и там буду с собой брать так вот я не знаю что я буду с собой брать честно пока не знаю ну, думаю, думаю, что же взять с собой. Вот, вот все мои все мои продвижения. Вот представляете, сколько их. Я никогда в жизни не знала, что у меня будет столько процессов, честно говорю. Я вообще не думала, что у меня столько будет. Я, вообще-то, как бы такой, наверное, все-таки однопроцессник, что я взяла одну работу и ее двигаю, 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 только вот думаю о разных э, еще деталях изделиях дальше, да, как бы пока вижу интересные свои работы. Вот. Ну, наверное, на выходные я с собой возьму розовое платье, сто процентов буду думать. И вот сомневаюсь я между платьем э, изумрудным и белой кофточкой, но наверное все-таки белую кофточку большую часть возьму, буду так вот менять, да, ее туда-сюда, потому что кофта она уже э, что вязать только вниз, в основном больше ничего такого нету, и тут как бы без заморочек, да, вяжи-довяжи определенную длину. А вот э, хотелось бы, конечно, тоже взять изумрудную свою платится, но пока думаю, все-таки здесь ниточки такие тонкие, не знаю, думаю, если что, обязательно вам расскажу после выходных, что же я все-таки навязала на выходные, да, и может быть кусочки, конечно, вставлю видео в начале, ну посмотрим. Ну вот и все, что я хотела вам сегодня рассказать за эту неделю продвижение у меня хорошие. Я даже очень довольна этим, да, всем. И вы посмотрели, чем же я занималась всю эту неделю. Мне понравилось так работать. То есть каждый день какая-то новая работа, ты от нее не устаешь, тебе это как-то проще воспринимается. И есть уже какие-то продвижения по той или иной работе, да. Вот. И... Что еще хочу сказать вам? Спасибо большое, что вы посмотрели это видео. Не забывайте подписываться. Пишите комментарии, пробовали вы ли ту или иную пряжу, и как она сидит на вас, на ваших, ваших изделиях, как она ведет себя. До новых встреч. Пока.